Thank you.
Закрыт еще магазин? Да, мы закрыты. Ой, извините. Цоколь открыт, если надо пройти насквозь. Цоколь. Да, спасибо. Balan. Доброе утро. Thank you.
Thank you.
Здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, а у вас найдется визитки? Ага. Слушайте, а бронировать лучше на сайте или лично подойти? Ну, я просто спрашиваю, с учетом акции какой-нибудь, мало ли она возможна. Ну, если пользуетесь бонусной программой, например, на букинге, то цены будут примерно одинаковые. Ага. Хорошо, ну ладно, спасибо. Thank you.
чайник. Нет, спасибо. Thank you.
Здравствуйте. Извините, я вам не говорю, а кто внизу находится? Ресторан. А, ресторан? Да, можно больше ходить. Я первый раз увидел. А, у вас есть ресторан здесь, там наверху тоже ресторан. А, ну, там я знал, да. А здесь, здесь я первый тоже, раз увидел. Да. Но это разные рестораны. Разные, да, разные. Ага. Заходите, можно посмотреть? Конечно. Здравствуйте. Да, спасибо, очень интересный интервью. Да, спасибо, да. Доброе утро. Спасибо. Ну что, кафе посмотреть можно подняться, да? Открыто, да? Спасибо. Thank you.
Спасибо, всего доброго. Доброе утро.